купил там. Да. Ну там. Это ты в этом, в море какой-то? Робинзон, да. Ну, вот там был, я очень спешила, тренировка в жизни. Это безумно, да? Да. Ой, я не поняла, что у вас съемка. Никогда такого не было. И вот это. Вообще незаметный штатив. Спасибо.
нас вообще нет. Ножки болят после того, как мы с Димой поиграли вчера. Thank you.
Давай. Так я ж потом это не зайду. Ну, потом только если меня сменит. Какой счет у тебя? Иду. Блин, это надо должно в руку лечь. А хорошая она, потому что она легкая. Поэтому вы такие берете. А, легкая охренительная ракетка. Помнишь, играть? Она, короче, вообще не бьет. Никуда. А это такие ракетки есть? Ты такой тьфу. Не-не, там прям. Я там не шагал.
кто вас выбрал? А? Кто выбрал? Отомстили звенья. Была очень плохая игра. У меня была очень хорошая игра. Сначала играли, потом еле с ходом проиграли. Как это вообще так? Как нельзя играть? 9 очков проиграть с ходом, ну это капец. А потом усилием воли начинают там Thank you.
Я тебе постарел после тренировки. Thank you.
глоток. Thank you.
Так, поехали. Так, все жубани. Поле было. Было поле. О, поле, поле. Все жубани. А, у нас камеры. Вот именно. Дима, Рома. Серега, Ваня. Мы, конечно, что, дают на платформу? Thank you.
У меня психологическая травма. Если бы те три сопли... Не-не, я отдохну. Я без перерыва. Иди играй, что уселся? А кто сказал? Сергей тебе сказал. Мне сказали. Ваня, пей, ты ленивый. Тихо. Интересная тема, вот некоторые люди занимаются, но я пока как-то не разбираюсь, это все, что связано с оборудованием, построением, различные материалы и оснастка постройки. Это тоже достаточно подробно. Ну не, ну всякие экскаваторы, всякие там эти как опалубки, металл, который там стелят. Там гибочные тоже штуки, которые вяжут арматуру, краски там. Почти, да. 180.
60-м году был у нас типа принят, ну, последний отличный. Вот, но это уже современный еще тоже. Телестеги пишут. Тоже листерсии. Не, чинила не купили, я к ним сегодня, кстати, ездил. У них сегодня было обучение. Мальчик прям обучал пользоваться. Катя, держи.
завязываешь ногти. Вань, что ты расселся, а?
Вчера еще набегался с Максимом. Я с 9 утра сюда. Нет, просто у меня ноги, у меня пусто, я не знаю, что сюда. Завтра в 9 утра уже здесь, на Ты вместо Жени, что ли? Да, это жестко. Но он стал сейчас прежде, чем через полторы дни. Ну, зависит, конечно. Ну, как обычно, уж каждый год, по месяцу. Я ему тоже. Но с другой стороны, он в Калуге здесь. Ну да. По сути, каждый день. 8 дней. Поэтому, как бы, ты 8, ты 10 месяцев работаешь, 2 месяца полностью отдыхаешь. В целом, плюс-минус. Это так. Thank you.
это не было написано, скажем, что там был очень крутой розыгрыш. Thank you.
Сейчас вот как по учебнику от Кости было. Кость хорошо, прям вот то, что работали сейчас с Сашей. Все три удара выточили. Я вчера играл. Опять, да? Тем более, я вон норм, все равно купил.